Челябинцы могут получить загранпаспорт всего за 5 дней и заплатить пошлину со скидкой. Такую акцию перед Новым годом проводит Управление по вопросам миграции ГУМВД России по Челябинской области. Воспользоваться услугой могут дети до 14. Документ будет действовать в течение 5 лет. Кроме сокращенного срока оформления паспорта, родители ожидают приятный бонус в виде 30% скидки при оплате государственной пошлины. Акция продлится до конца декабря. Перечень необходимых документов и график приема южноуральцев размещены на сайте 74mvd.rf.